Эгегей, зритель, я хотела дойти, все это убрать, но мне лениво. Я сейчас обозрю тебе то, что у меня тут съесть или выкинуть накопилось за этот месяц, за март. Ничего, что тут немножко шампуня видно, это с моего ухода осталось. Я сначала скинула на планшет все, что тут записала, а потом думаю, блин, вроде неохота так ничего делать, ну, в смысле, смонтировать и спать. Потом думаю, ладно, сейчас все это вместе запишу, чтобы оно тут не воняло. Короче, я тут покупала себе сыр, я его регулярно покупаю. Очень вкусный сыр, сливочный и нежный сыр ламбер. Мы любим его с кошкой. Так, у меня тут, я уже второй раз это покупаю, но второй раз я не стала оставлять эту фигнюшку. По скидке брала в Магните, это шейка и балык. Мясные истории. Они, конечно, там с какой-то химией, не без этого, но мы прыщами не покрылись. У меня закончился японский кофе, который, по словам моего друга из Японии, русскоязычного, но япониста, продается в каждом магазине Японии. Покупала я его на Озон, хрен знает почем, около 500 рублей, что ли, 70 грамм. Вот этот кофе АГФ, чё-то, немного. Он очень мягкий, на самом деле, оказался, но последние его капли я забодяжила где-то там 2,5 чайной ложки на свой стаканчик. И он внезапно был крепкий. Пришлось добавлять молока, сахара, то есть все. У меня его в основном пила подруга, ну и я заодно. Я хотела ему наставить отзыв на Арике, но все это вручную добавлять. Там есть на подобную, ну, от подобной фирмы на что-то, на какой-то кофе отзыв, но этот придется добавлять вручную. Я фоточки сделала, мысли вроде как записала, но так до добавить и не дошло. У меня тут очередная любимая моя рыбка, шпротики. В пакете, потому что, блин, они воняли, они настолько воняли на второй день бытия, будучи открытыми, сейчас пахнут, что мне пришлось убрать их на балкон вместе с этим самым, блин, как это вскрыть-то. Ладно. Шпроты в масле и скидки обыкновенной каспийской обезглавленной рыбная деревня. Мне очень понравились они, это рыбная деревня. Сейчас я найду, где тут этот состав. Так. Килька каспийская, масло подсолнечное, соль, все, вот, вот это вот. Рыбная деревня, она очень хорошая. Если вдруг что, ну, будете знать, что такое можно купить. Так. У меня тут еще что? Вот этот сыр я купила, тут в Магните был что-то по скидке, не по скидке. Был по скидке, пробился, не по скидке, но не суть важно. Эконива. Я у Эконивы покупала молоко. Мне очень нравится у них молоко. И его иногда продают еще в прилукском магазине, куда я деревня на велике езжу. За молочком и прочим. Наша сыроварня, классический сыр полутвердый. Да, качество ручаюсь. Самое интересное, что вот пока он был в этом пакетике, он был очень мягкий и вкусный. Когда его из пакетика достала, распилила на кусочки, там 180 грамм всего лишь был такой круглый. Кружечек такой, лепешечка. И убрала в пакетик, чтобы съесть на следующий день с кошкой. Он нам зашел сначала, то он уже был, ну, не очень такой, не знаю. Как-то вот очень странная у него модификация была после того, как сначала он открыл, он такой мягкий, вкусный. А потом переложил его из этого пакетика в другом пакетике, он жить не захотел и стал невкусный. У меня закончилась биоматя. Сделана она у нас в Башковской, в Уфе, короче говоря. Сырье хрен знает чье. Изготовитель и адрес производства. Ну, вот она такая по цвету, как вот тут вот нарисована. Именно вот такая. Ну, может, даже чуть побледнее. С молоком ничего так. Это я то ли на Озон покупала, то ли на Вайберис. Но оно и там есть. У меня закончилось. Я хотела написать ему оду на Арик, но что-то так и не сделала, по-моему, это. А, его уже просто не продавали на Озоне, поэтому я не стала делать эту оду. Думаю, где его еще купить-то после этого. Лунзин. Колодец дракона 100 грамм. Это у нас, блин, кто вообще? Левти. Причем 30 грамм я покупала в красивой баночке у этого левти. Этот колодец дракона был такой пересушенный, его уже пить нельзя было. Он выглядел так, как то, что выдается под китайскую сентю. В общем, пересушенная и старая. А вот здесь я купила тогда примерно по той же цене, что за те 30 грамм, эти 100 грамм. И он был обалденный. В общем, очень классный. Сейчас я тут сюда вот это как-то зафигачу. Я тут
все падает. Ладно, пусть падает, потом подберу. Так, у меня тут что? У меня закончился майонез. Я его покупала специально на свой день рождения, а потом у меня его хватило на 8 марта, чтобы сделать салат для человека. Обычно я майонез не покупаю, не ем, крайне редко ем, только в гостях. И иногда сама делаю. Ну, в общем, как-то у меня майонез не идет. А это вот, если покупаю, то вот хороший слобода. Майонез оливковый, натуральный продукт. Фу. Так, и чё? И чё, и всё? Всё! Не, может там что-то ещё было, но оно вроде как повторялось, а не такое, чтобы там съесть или выкинуть. Ну, в общем, то, что я уже как бы показывала, я решила не сохранять. Поэтому вот такое вот короткое. О, блин. Всего лишь на 5 минут, походу. Зритель, хочешь поддержать канал? Можешь это сделать где-то вот облако. Я тебе скажу спасибо в титрах и еще где-нибудь тоже скажу. Ну, это, если ты что-то такое ел или хочешь посоветовать мне что-то иное, можешь тоже поделиться со мной в комментариях. Ну и как бы, пока.